Studios. Приветствую. Ушел снапшот 23.16а. Улучшение руин, тропы и изменения иконки игры. Список изменений. Pottery Shards изменено на Pottery Shards. То есть поменяли одну букву в английском языке игры. Если скалк сенсор или скалковый крикун должны получить вибрацию, они будут в очереди до загрузки всех чанков рядом или начала тиков. Это предотвратит поломку виброрезонансных устройств при отгрузке далеких чанков, как там написано. Вот и обновленная иконка игры. Сейчас покажу вам скриншот. Как смог. Также нюхачи теперь соблазняются семенами факельника. Да-да, соблазняются. Интернет уже на эту тему шутят. Секс-апдейт. Шуточки. Ну и то, что не могу нормально показать, это переработанные руины тропы. Добавлено больше вариантов структуры. Песок больше там не генерируется. Ну и изменено количество земли, гравия и подозрительного гравия. Также разделены таблицы лута для структуры. Теперь есть отдельные таблицы для редких предметов, таких как кузнечные шаблоны. И распространенных предметов, таких как свечи и деревянные мотыги. Из-за этих изменений не до конца сгенерированных структур из предыдущих снапшотов может сломаться. Как-то так. Показать я его не могу, это, ну, мне лень раскопывать, если быть честным. Как-то так. Из технических изменений версия датапаков обновлена до 14. Также добавлена команда Return. Может использоваться для управления потоком выполнения внутри функции и изменения возвращаемого значения, как там написано. Пока я таки особо не понял, как это работает команда. Как-то так. Также добавлен триггер для достижения. Recite Crafted Craft. Срабатывает при создании по рецепту. Походит. Ну и исправлены баги. При пересечении границ с определенных чанков больше не возникают подлаги. Игра больше не кажется при изменении возраста кувшинницы. Нюхач не имел права плавных переходов анимации между некоторыми анимациями. Ну и, как обычно, проще менее интересной баги. Ну, как-то так. Снапшот неплохой, так скажу. Небольшой, но, в принципе, мне нормально. Пойдет меньше обозревать. В общем, спасибо за просмотр. Так скажем, хорошего вечера, дня, смотря что у вас там. Пока. Тебе придется обрезать где-то. Сука, зашел у меня. Уйти. Не знаю, вот эти сюда. Женя, респектос, лайкос. И даже.